Девочки, мальчики, всем привет! Доброе утро! Хочу быстренько вам сказать, чтобы вы меня, девочки, мальчики, мои хорошие, не теряли меня. Все, зарядка не идет. Вообще никак. Все, вчера мучилась. Уже сегодня вообще никак не идет. Чтобы вы меня не теряли. Смотрите, продолжайте мои видео. Заходите на Дзен. Я буду искать выход. Пожалуйста. Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья. Я не знаю, как у меня что получится с телефоном. Через сколько дней я выйду к вам в эфир. Но я так переживаю. Я так переживаю. Вот прям не знаю. Я говорю, вот как начнет что-нибудь ломаться, и вот один за другим. Мне очень жаль. Если отдам в ремонт, если они скажут, что он подлежит ремонту, гнездо, наверное, сколько дней будут ремонтировать. Покупать, естественно, попробую в кредит. Если, в общем, не знаю, буду искать выход. Вот. Я вас всех очень люблю. И вот хочу пожелать, да. Но я думаю, что к Новому году я решу эту проблему. Мне прямо очень жаль, девочки. Все, зарядка, вот верите, нет. Ну все, сейчас вот потухнет. Я успела, думаю, напишу сейчас запись. И сейчас это, вот это коротенькое видео я отправляю. Постараюсь отправить, чтобы он это